За 25 лет независимости казахстанские школьники завоевали 9346 наград, участвуя в престижных мировых предметных олимпиадах. Это позволило стране занять 12 место в рейтинге по естественно-математическим наукам. С призерами интеллектуальных соревнований этого года встретились в Минобразовании и науке. По словам вице-министра, формирование интеллектуальной элиты страны – это важное направление национальной модели образования. 40 учащихся получили памятные призы. У каждого из них появилась возможность бесплатно обучаться в любом из казахстанских вузов. В 1996 году, ровно 20 лет тому назад, Нурсултан Абишевич написал распоряжение, что нужно помогать одаренным школьникам, для них открывать специализированные школы, и чтобы в этих школах работали талантливые учителя. В 1998 году мы были на 50-м месте в мире, в 2005 были на 35-м, но по результатам прошлого года, 2015 года, наша сборная команда завоевала 12-е место в мире. Так что одаренные школьники выполняют стратегию главы государства.